Русская народная песня. Именно она вдохновляет на новые подвиги и помогает пережить горе и печаль. А на выступлении группы «Тереха» хочется еще и танцевать и веселиться. Это музыкальное трио, союз профессиональных артистов, выпускников ведущих вузов страны. Уникальное сочетание актерской игры, народного фольклора, вокала и хореографии выгодно отличает коллектив от себе подобных. В какой-то момент в качестве сцены использовалось все пространство зала. Примечательная черта творчества группы – это стремление к поиску оригинальных музыкальных решений, доказывающих, что традиционная народная музыка прекрасно сочетается с современными формами ее подачи. Народные песни в исполнении солистов группы звучат по-новому, но не нарушая традиции русского фольклора. Артистам получилось поделиться не только замечательным весенним настроением, но и своей любовью со зрителями. Хотелось подарить любовь сегодня всей публике, ведь на наш вопрос, влюблены ли вы здесь, просто все подняли руку. Это значит, что нам удалось зарядить публику настроением любовным и солнечным. Десногорск, до новых встреч! Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.